И всем привет, дорогие пупсики, с вами я, Артём Фролов, и в данном видеоролике, пупсы, мы будем с вами трейдить мега коричневого оленя. Конечно, неоны ему дали скудненько вообще, только на носике у него что-то вот отображается, то, что он в меге особо обозначительных знаков, то, что это мега, нету. Но вам перед началом просмотра рекомендую, ребятки, подписаться на мой YouTube-каналчик, включить уведомления, влепить лайкосик и написать комментарий, свое мнение насчет данного питомца и данных трейдов. Ну а вам я желаю приятного аппетита, присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну что ж, причапал я на трейдерский сервак, зашел я на английский сервачок, надеюсь, то, что оффера не заставит себе ждать, и нам прилетает самый первый в этом видеоролике оффера, нам предлагают NFR коричневого оленя. Так, погодите, надо вообще найти его, а то мне инвентарь большой, так, вот он был. Так. NFR коричневого оленя, fair pink кошку, и только не говори, что это все, это кринж. Да. Да, кринжанул конкретненько. И тут у нас есть мега коричневый олень, да? Нет, это просто неонка. Ну и слава богу, то, что больше мег здесь нету. Хотя, блин, даже странно видеть неонку. Я вообще ни разу, честно говоря, не видел данного оленя. Вот, именно в неонке и в меге. Ну и что я могу сказать? Будем сидеть и ждать трейдик. Ну, трейдиков что-то особо нету, и я уже посмотрел, плюс-минус за него дают NFR кенгурушку, очень часто достаточно дают, плюс дают Fair Artica, ну, не то, что плюс к трейду, а именно отдельный трейд следующий, да, дают часто Fairright Artica за данного, как его, олененка, вот, и, в принципе-то, блин, я хочу сам покидать трейды, но здесь некому кидать NFR черепахом, но это, наверное, мне надо будет добавить что-то, чтобы кинуть NFR чепи. Не знаю, но артиков здесь нема. Также NFR кенгуру здесь тоже нема. Также еще предлагает NFR фури с добавками, блин. Но здесь ничего из этого нету. Из вышеперечисленного ничего нету. Блин, а что делать-то? Походу идти на простые серваки, потому что здесь, скорее всего, нам ловить особо нечего. Так, девчонка с NFR черепахой. Ну, не знаю, давайте попробуем. Попытка не пытка все-таки, да? Ну и добавим ей простого оленя. Оп, вот так. Вот так, давай. Ну давай, конечно, все равно, если она согласится, я буду в окупе. Но мне кажется, она не согласится. Ну да, тут очевидно то, что я не доплачиваю. Ну а больше здесь трейды-то кидать некому. Практически некому. Так, ну да, в принципе, что, тогда идем на следующий сервак. Зашел я, короче, на какой-то русский сервер. Ну да, здесь ловить вообще нечего. Блин, мне не нравится олень. Вообще не нравится, потому что светится у него только нос. Я не знаю вообще, почему он имеет какую-то стоимость. У него светится только нос. Я не знаю вообще, что нам будут давать. Блин, может снять видео тест на доверие, а? На тест, вон там тесты одни. Может нафиг этого, блин, оленя? Я не знаю вообще, зачем я начал записывать этот видеоролик. Я пытался записать в течение 5 дней данный видеоролик. И по итогу такой думаю, надо по новой будет записывать. Год тест на доверие. Понятненько. Понятненько. Ну ладно, я думаю, наверное, надо чапать на английские серваки, потому что на простых я не думаю, что нам что-то тут вообще за данного оленя, потому что у него светится только нос. Да, такое себе. Такое себе. Как ни странно, довольно-таки быстро я загрузился, короче, на следующий сервак, прям буквально по щелчку пальца, и я понял сейчас то, что у меня почему-то все на английском языке. Весь инвентарь стал на английском языке, я, кстати, не знаю почему. Фриендс, у меня все стало на английском. И как это вообще поменять, я не понимаю. Напишите, пожалуйста, в комментарии, ребят. Я не знаю, почему у меня стало все по-английски. Я даже не знаю, где трейдинг. Вот трейдинг, а почему все по-английски, алло? Где мой русский? Да, ну и кринж. Я ничего не настраивал, само по себе поменялось. Но данный олень оценивается в рублей 500. То есть, скорее всего, ну я вообще уже посмотрел. За него дают кенгуру неоновских. Неон фури дают с добавками. Насчет артиков хз, не видел, чтобы давали артиков. И я надеюсь, что... Ну давайте, блин, что тут вообще? Может попробуем NFR корове? Попробуем NFR корове. Это, конечно, наверное, переплата с его стороны. Но все-таки попробовать стоит. Он в трейде. Ну давайте попробуем артику. Я что, не знаю. Потому что стоять здесь самому, наверное, тоже толку нету особого. Никому, мне кажется, олень этот нафиг не нужен. Потому что он мега. Я не знаю, зачем вообще вам смотреть этот видеоролик. Чего вы вообще сидите и смотрите? Камон. У вас же никогда не будет этого оленя, потому что, ну, это кринж. Ну, серьезно, он кринжовый олень. У него только носик светится, и как бы это вообще ни о чем. Чувак что-то в 3D, тоже с артиком. Ну, кринж. Девочка с неом кенгуру. Она ноу ацепт. Понятно. Зачем она вообще здесь стоит?
Особо мне непонятно. Так, там чувиха с жирафом бегает за Артиком. Что-то непонятно. Что-то непонятное у них здесь происходит. Какие-то танцы с бубном. Но он не принимает трейд, не принимает. Блин, девочка вот с ним кенгуру, которая нам нужна. Блин, она трейды не оцептит. Вон она вообще ушла куда-то. В сторонку. Может, она вообще с камершей. Есть мега кицуна. Давайте попробуем мега кицуне. По цене они вроде плюс-минус одинаковые. Ну, кицуне легендарка, а это рарка. Как бы это такой себе. Но она тоже в 3D. Да они достали, алло. Камон. О, нам кинули трейд. Нам кинули трейд. Так. Так. Ну, короче, что-то такое себе. Что-то такое себе. Нам дают гиену, зодиакального миньона, НФР, белую кошечку, буфало и мышь. Ну да, честно говоря, такое себе. У девочки трейды так и не включены. Да, у нее новый ацепт. Где Артик? Давайте попробуем Доматинцу хотя бы. Она тоже в третье. Все понятно. Все понятненько. Так, это у нас что? Это арктическая лиса. А где чувак с Артиком-то? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну, давайте попробуем не у корови, что ли, я не знаю. Они все в трейда. Все в трейде. Артик вообще, походу, слинял. Походу, Артик слинял тупо с сервера. Я хз. Ну, мне кажется, 100% он не ацептит. Но если ацептит, это самый вообще, наверное, лучший видеоролик. И самый быстрый будет. Если он ацептит второй трейд, то на этом видеоролик мы будем заканчивать. У меня есть нарезанные фрагменты с прошлой записи, которые я пытался записать трейда на данного питомца. Но это реально будет самый, наверное, быстрый ролик, если он согласится. Но мне кажется, не согласится. Не знаю почему. Мне кажется, это бай. Но этот трейд очень хороший. Я здесь в окупе, потому что олень стоит у нас рублей 500, а корова рублей 600. Ну, плюс-минус, да? Ну, там на... ну. Может быть, на 10 рублей дороже, может быть, на 10 рублей дешевле. Ну, плюс-минус где-то так. Ну, он что-то думает, он что-то думает. Я хз, почему он думает. Давай, ацептит. Если ацептит, будет вообще топово, реально. Потому что у меня есть уже нарезанные фрагменты с прошлых 5 дней, когда я пытался записать этот видеоролик, у меня все время неудачно что-то получалось. Но что-то нарезать можно будет, и видеоролик хотя бы минут на 10-15 сделать можно. Так, ну чё, я не понимаю. Чувак, если ты сейчас не отцепишь, ты мне давай не увеличивай метраж ролика. Ну он реально чё-то долго. Чё-то долго. Тут чувак стоит с арстиком оленем, я не знаю, он мне пытался кинуть или он корове пытался кинуть. Ну кому-то из нас он по-любому пытался кинуть рейд, потому что он стоял рядом с нами. Я не понимаю, этот чувак что-то просто не отцепит и все. Просто не отцепит и все. Я, кстати, не понимаю, почему-то мне многие сказали то, что теперь трейд идет 3 секунды или 2, но у меня еще такого ни разу не было. Я хз, это чел стоит. Ну да, он только не трейд. Ну окей. Ну окей, не хочешь как хочешь, где чувак с Артиком? Мне нужен чувачок с Артиком. Он что, затрейдился, что ли? Он что, затрейдился? Он, походу, реально затрейдился. Видите, у него НР этот стал. Спорт. Вот, угадайся с трех раз. Арктик. Я надеюсь, я правильно. Ну, не знаю, вот так напишу, я не помню, как пишется Арктик. Да, во. Во, все, он все понял. Он все понял. Может, кстати, попробовать будет ежу. Но мне кажется, особо ничего не получится. Блин, девочка пришла тоже с мега этим оленем коричневым. Вот это кринж. Вот это кринж, конечно. Этот не ацептит. Все как всегда по фигне. Скорее всего и... иди. А, он типа думает, наверное, да? Ну на Артика, я думаю, тоже я скорее всего затрейдж, потому что трейд равноценный, в принципе. И еще раз повторюсь, у меня есть фрагмент с прошлого видео. Можно сделать будет нарезочку и видеоролик уже будет готов. Это намного легче, чем сейчас сидеть и париться и снимать новый видеоролик. Ну мы ацептим. И он, конечно, сейчас отклонит, смотрите. Как закон подлости. Так все и будет. Хотя у нас даже это дубль уже 6 минут идет. Нифига себе. Ну да, отклонил трейд. Досадно. Досадно. Я не понимаю, зачем они вообще. Сори, ДК, да. Мне пофиг. Мне пофигу. Так, где у нас Доматинец? Давайте попробуем Доматинец. На Доматинце я не буду согласен, но надо посмотреть хотя бы, что дадут, не дадут. Этот чувак что-то мне пишет там. Локс бэт, и да мне пофиг вообще как. Как-то вообще неинтересно.
Мне как-то неинтересно. Если Доматинс не отцепит, я вообще буду угорать. Она даже не подумала, господи, такой кринж. У нас Арсикс и НФР Коровой думали даже, а тут на Доматинса она даже не подумала. Понятненько, понятненько. Так. Так. Ну тут есть чувак с НФР Фурией. Надеюсь, это его фурия-то. Я ему, да, это... А, нет, это не его фурия. Это вот этого фурия. Надо попробовать ему тоже кинуть трейд. Посмотрим, что как. Да, ну фурию он засунул, так сказать. Но я видел, дает NFR фурию с добавками. Но мы все-таки хотя бы нам надо от чего-то отталкиваться. Я просто валяюсь этих наглых англичанинов. Я реально в шоке просто. Ну я реально просто в шоке. Ну это кринж высшей степени. Я больше здесь ничего не могу сказать. Так, тут цыпленок, ежихи мы ежихи вроде не успели кинуть. Да, чувак, кстати, за нами ходит с Арсиком, я не знаю почему. Но видели, он был там, и сейчас он уже рядом со мной. Странненько, странненько. Может быть, он хочет затрейдиться? Может быть, он все-таки хочет затрейдиться? Так, ежа засунул, вот это уже топчик. Это уже топчик. Так, отцепчим. Отцепим. Блин, я вот не понимаю, я слишком рано цепчу или как это работает? И почему у меня трейды не по 2-3 секунды, а по 15? Алло, здравствуйте. Почему? Мне многие написали, что трейды изменили. Она цепнула. Нифига себе. Ее что стоит у нас дороже, мне кажется, корова, нет? Ну или плюс-минус одинаково, но если она цептит, мы, естественно, меняемся. Тут вообще без вариантов, то есть... Блин, ну надо, наверное, надо. Надо, чтобы она цепнула. Она цепнула! Оу! Пу-пу! Нифига себе! Нифига себе! А чувачок на Арктике все! Давайте напишем тусм. Тусм этой. Этому напишем клоун. То, что он клоун. Он не согласился на Арктика, а мы получили ежа. Вы прикиньте, мы получили ежа за Артика, ну просто сделаю этот выпуск. У меня вообще редко очень, когда я реально затрейживаю питомцев, потому что офферы хорошие, да, но не прям такие окупные. Кстати, блин, дайте я посмотрю. У меня вообще-то был мега этот, как его? Мега Фрост Юни у меня был, если что, вообще там, да? Ну, я хз где он. Вы вообще купили или нет? Я его, блин, потратил на 15 тысяч рублей, а сейчас он стоит 0 рублей. 0 рублей, да, у меня его никто не купил, вы представляете? Вы представляете, сколько его цена, давай. Убей меня просто, скажи мне, сколько его цена, давай прям вот просто. 3600 рублей, ой, господи, вы представляете, 3600 рублей. Может быть мне разыграть его, Мега Фрост Юни, как думаете? Вот как думаете? Давайте, если вы набираете 1000 лайков, конечно, мало, наверное, будут зрители смотреть до данного момента, но все-таки, если вы набираете 1000 лайков, я разыгрываю Мега Фрост Юни. Я думаю, надеюсь, здесь фоточку прифотошоплю, да, что это за питомец. У меня видеоролик есть по нему, я трейдил его, когда он только вышел. Я на него потратил 15 тысяч рублей, но сейчас он стоит 3600. Ну, в принципе, тоже стоимость свою имеет, просто продавать мне его неохота, а разыграть между вами будет, в принципе, прикольно. Ну и на этом, я думаю, можно заканчивать видеоролик и переходить к концу. Ну что ж, мои дорогие пупсики, вот такой видеоролик у нас с вами получился. Я надеюсь, он вам понравился. Между видеороликами проскакивают разные голоса, потому что записывался он в разное время суток, в разные дни. И сейчас я немножечко приболел, а до этого и прям вообще не болел, очень активно разговаривал. Вот, и сейчас, ну, достаточно горло побаливает. Я думаю, можно понять по речи, но надеюсь, вы особо не поняли и не заметили разницы. Потому что я сейчас, наверное... Блин, у меня вообще прикольно, вот этот видеоролик получился один дубль 10 минут. Это очень хорошо для времени монтажа. То есть я могу весь дубль просто наложить музыку и его вставить полностью. Мне не надо сидеть и нарезку делать. Вообще, это вот одна из основных проблем, почему мне не нравится снимать Adopt. Вообще, я хочу снимать прохождение игр, потому что там ты можешь снимать все одним дублем. То есть одним дублем тебе не надо, ну, тратить много времени на монтаж, на вставку, на вырезку чего-то, ну, и все такое. То есть ты можешь просто одним дублем записал двухчасовой ролик и все, и сидишь кайфуешь. Не знаю. Тоже напишите насчет этого в комментариях,
свои предположения, надо оно или не надо. Ну и, в принципе, можете подписаться на мой YouTube-каналчик, если вы уж прям так хотите. Я вас, конечно, не заставляю влепить свой лайкусик и написать комментарий. Не более. Так что, все. С вами был я, Артём Фролов. Всем пока-пока.